Доктор, мы должны стать мамами. Вы нам поможете? Проще простого. Всегда об этом мечтала. Сердце замирательно. Теперь вы, мисс Рогата. Поздравляю! Скоро у вас будет ребенок. О, это так мило! Ваша очередь, мисс Помни. Это совсем не больно. Теперь вы мама. О, это так волнительно! Мисс Гэнгл, вы справитесь. С вами все в порядке? Всегда об этом мечтала! Как сложно исполнять мечты. Джекс, ты опоздал. Здесь что-то не так. Доктор, что происходит? Ты тоже из цифрового цирка? Мы тебя забыли. Значит, действуем. Я девушка, и ты скоро станешь мамой. Не благодари, это моя работа. Но я не хочу. Извините, вышло недоразумение. Ха-ха, это будет настоящее приключение. Сыграем? Меня не победить. Я чемпион. О, какая я голодная. Вкуснее не бывает. Мисс, это мое. Упс, извините. Как неприлично. Но мы с малышом не наелись. Может, здесь что-нибудь найдется? О, это невыносимо. Еще хуже. О, да, то, что нужно. Ха, морковка. Это вкусно и полезно. Максимум витаминов. Я голодная. Дорогая, что случилось? Просто мы с малышом хотим есть. Хм, мы что-нибудь придумаем. Решено, устроим вкусный шопинг. Дорогая, здесь столько всего. Так, посмотрим. Мне не нравится. Значит, мы поищем что-нибудь другое. Как насчет бургера? Хуже не бывает. За мной, дорогая. А может, попкорн? Отличная идея. О, это было нелегко. Вам понравится, господа? Это лучший попкорн в городе. Ребенок, это так сложно. И мы очень голодные. Мне самую большую пиццу. Малыш, приятного аппетита. Мне это нравится. Но почему пицца так быстро закончилась? Больше, еще больше еды. Вау, этого я и хотела. Восхитительно. Вот теперь мы наелись. Чем займемся дальше? Моя жизнь – это искусство. Ох, на сегодня хватит. Малыш, хочешь перекусить? У меня для тебя кое-что есть. Ты доволен? О, но этого мало. Что на обед? Сегодня я шеф-повар. Это будет вкусно. О, так не пойдет. А что если добавить сливки и немного ягод? Ага. Это произведение кулинарного искусства. Идеальный обед. Так, я кое-что забыла. Точно, пообедать. Что сегодня в меню? О, нет, здесь пусто.
Малыш, без паники. Мама раздобудет вкусный обед. Ага. Мы очень голодные. Нам все самое вкусное. Приятного аппетита, мисс. О, так-то лучше. Голововскружительно. Малыш, тебе это понравится. А теперь сонный перерыв. О, мисс, кажется, вы очень устали. Дорогая, ты будешь в восторге. Добро пожаловать, господа. Повторяйте за мной. Ага. А теперь усложним тренировку. Ну уж нет, стоп! Балет – это слишком скучно. Дорогая, не кипятись. У меня есть идея получше. Ты уверен? Итак, концерт начинается. Повторяй за мной, помни. Я тоже так умею. Дорогая, ты звезда. Мы лучшая команда. Ребята, вы лучшие. Дорогой, это было весело. Ой-ой, только не сейчас. Помни, нам срочно нужно в больницу. О, мы не успеем. Дорогая, я рядом. Малышка, мы тебя ждали. Добро пожаловать в семью. Самое время устроить бэйби-шоппинг. У моего малыша будет все самое лучшее. Тебе это точно понравится. Но не будем останавливаться на достигнутом. Деньги сами себя не потратят. И это тоже захватим. Я покупаю все. Отличный выбор, мисс. С вас $100. О, нет, это слишком много. Значит, я возьму только очки и коляску. О, кажется, началось. Доктор, помогите! Мисс Рогатова в надежных руках. Поздравляю, у вас прекрасная девочка. Привет, детка, я твоя мама. Мы будем счастливы. Обожаю йогу, это сногсшибательно. Малыш, ты готов? Мисс Кейн, мы начинаем. Вызов принят. О, неужели сейчас? Я справлюсь. Малышка, мама рядом. Ты чудо. Сегодня отличный день. Малыш, ты проголодался. Как вкусно, но очень мало. Бобо, за мной. Как насчет рыбалки? Вау, удачная охота. Но я не люблю рыбу. О, помогите, помогите. О нет, нужно действовать. Малышка, а вот и ты. Ха, сегодня день развлечений. Повеселимся, малыш. Ю-ху, супер. Оу, но есть одно дело. Что? Это снова я? И что мне с тобой делать? Ха, я буду твоим папой. Только не плачь, договорились? Привет, я Молли. Обожаю детей. Тогда ты должна пойти со мной на свидание. Кстати, я Джекс. Это судьба. Джекс, ты прелесть. Я это знаю. Смотри, как я умею.
Джекс, ты опять за свое? Мне это надоело. Мы расстаемся. Я же просто пошутил. Странно, ей не понравился пранк. Бобби, веселимся. Ты со мной? Рогата, это слишком по-детски. Мы не пара. Бобби, стой! Я же просто пошутила. Обожаю свою работу. Денис, ты меня слышишь? Ты такой молчаливый. На сцене великолепная, помни. Ты мне мешаешь. Здесь только один артист, и это я. Но мне нравится жонглировать. Ты прав, пришло время повзрослеть. Я буду скучать по вам. Прощай, мечта. Цирк, это прошлый век. Рогата, мы станем звездами. Ха, где наши фанаты? А ты здесь откуда? Что случилось, Пушистик? О нет, помни, в беде. Все кончено. Подруга, ты в порядке? Он меня бросил. Денис, негодяй, забудь о нем. Ты создана для большой сцены. У тебя талант, помни. Вы мои лучшие друзья. Дамы, кто хочет подкрепиться? Конечно, мы. Дорогая, он ничего не понимает в искусстве. Девочки, это вам. Приятного аппетита. Только попробуйте, это великолепно. Вкусняшки всегда поднимают настроение. О, вы тоже это видите? Ребята, а вот и наш обед. Вкуснее не бывает. Чем займемся дальше? Мы должны с ними познакомиться. Привет, я Джекс. А я Синди. Как насчет свидания, красотка? Меня зовут Рогата. Очень приятно, Майкл. А я помню. А я Райан. Я обожаю жонглировать. Смотри. Это невероятно. Вау. Цирк – лучшее изобретение в мире. У нас столько общего. Райан, мы созданы друг для друга. Где это мы? Я здесь работаю. Сейчас я тебе все покажу. Только нужно переодеться. Мне нравится. Но это еще не все. Ты любишь танцевать, Рогата? Ух, как это красиво! Оказывается, балет – это так интересно! Рогата, у тебя талант! Майкл, это все благодаря тебе! Синди, готова развлекаться? Нам два билета, пожалуйста! Это будет весело! И начнем с танцев. Меня никто не перетанцует. Ты уверен, Джекс? Кажется, я победила. А теперь проверим, кто сильнее. Упс, случайно вышло. Джекс, ты такой смешной. А теперь ты, Синди. Смотри, учись, Джекс. Вау, впечатляет. Я чемпион. Джекс, это лучшее свидание в моей жизни. Майкл лучший. Райан невероятный. Синди необыкновенная. Самое время для второго свидания. Ребята, мне уже пора. Джекс, увидимся потом. Ха, Синди, я уже иду. Райан, а вот и я. О, как это романтично. Помни, у нас пикник. Лучше не бывает. Я люблю тебя, помни. И у меня есть один сюрприз. Райан, что ты задумал?
Сейчас узнаешь. Мы на месте. Улыбочку. Обожаю делать селфи. А сейчас гвоздь программы. Батут. Это будет весело. Юху! Выше! Еще выше! Брайан, это волшебное свидание. Сейчас или никогда. Помни, ты станешь моей женой. Это так неожиданно. Я согласна. У нас будет самая цирковая свадьба. Скейт-парк. Всегда мечтала об этом. Синди, это тебе. О, как это мило, Джекс. Сейчас я покажу класс. Синди, я люблю тебя. Стоп, мне тоже нужен скейт. Посмотрим, кто из нас лучше катается. Джекс, повторяй за мной. О, а здесь высоко. Не бойся, это совсем не страшно. У тебя все получится. Ох, я буду героем. Джекс, ты справился. Синди, ты самая милая на свете. Любимая, выходи. Опс, я не хотел. Джекс, ты неисправим. Любимая, выходи за меня. Я согласна. У нас будет самая веселая свадьба. Рогата, ты где? Ничего, я подожду тебя. Представляете, у меня свидание. Я должна быть самой красивой. Как я выгляжу? Идеально. Майкл, ты меня ждешь? О нет, дорогой, извини. Рогата, я так скучал. Прости, я немного опоздала. У нас впереди целый день. Ты готова? Господа, мы начинаем тренировку. А сейчас переходим к сложному. Это непросто. Вы настоящие чемпионы. Продолжаем. Пора сделать перерыв. Рогата, я долго думал. Ты выйдешь за меня замуж. Майкл, ты такой романтик. Я согласна. У нас будет самая красивая свадьба. Это так волнительно. Помни, ты великолепна. Вместе навсегда. Рогата, ты восхитительна. Нас ничто не разлучит. Синди, ты красотка. Мы будем счастливы. Майкл, это свадьба мечты. Райан, у нас начинается новая жизнь. Джекс, мы станем парой года. Ух, теперь моя очередь. Любимый, я иду к тебе. Эмбер, я люблю тебя. Уэйт, ни одна стихия не разлучит нас. О, мне нехорошо. Я на секунду. У нас будет малыш. Дорогая, все в порядке? Уэйт, мы станем родителями. Всегда об этом мечтал. О, кажется, началось. Дорогая, я рядом. Не могу поверить, у нас тут тройняшки. Малыши, добро пожаловать в семью. Уэйт, мы теперь не одни. Детям нужно больше места. Значит, уберем все лишнее. Проще простого. Отлично придумано. А сейчас малышам пора обедать. Приятного аппетита. Кое-кому пора спать.
Пусть вам приснятся самые огненные сны. Отличная погода для прогулки. Малыши, вам нравится? А вот здесь немного неуютно. Сейчас мы это исправим. Малыш, ты тоже полюбишь огонь. Кто-нибудь хочет искупаться? Смотрите, как я умею. Хе, папа чемпион. Малыши, вы тоже полюбите воду. Сейчас нам станет тепло, малыш. Больше, еще больше огня. Идеально. О, нет, пожар. Мама все исправит. Запомни, малыш, огонь может быть опасным. Кто хочет искупаться? Ю-ху! Мы устроим пенную вечеринку! Вы плачете? Что случилось? Я понял. Вы хотите поменяться местами? Легко. Хе, быть родителями так интересно. Огненный обед скоро будет готов. Вода сегодня просто супер. Дорогой, у тебя такие странные вкусы. Еда с огоньком намного лучше. Объеденье. Дорогая, ты тоже это слышишь? Что вы здесь устроили? Не обижайте малышку Молли. Тайлер, ты мой огонек. Поиграем? Пенни, про тебя забыли. Я о тебе позабочусь. Молли, повеселись как следует. Тайлер, мама скоро придет. Семья с Рождеством. Устроим вечеринку. А вот и я. Пенни, ты опоздала на семейный праздник. Извините, случайно вышла. Это неприлично, ты наказана. Семья, продолжаем веселиться. Мне здесь делать нечего. Прощай, милый дом. Вау, как необычно. Я тоже так могу. Юная леди, это очень талантливо. Тебя ждет большое будущее. Да, я стану знаменитой. Выступление вот-вот начнется. Мне нельзя опоздать. На сцену. Какая грация! Какой стиль! Уэйт, между нами все кончено. Прощай, Эмбер. Наша свадьба была ошибкой. Больше не звони мне. И малыш Тейлер останется со мной. А Молли будет жить со мной. Малышка, мы справимся. Теперь это наш новый дом. Тейлер, добро пожаловать. Ох, как же я проголодалась. У нас начинается новая жизнь. Мисс Пенни, где вы? Ой-ой, я не проспала. Пора готовиться к выступлению. Устраивайтесь поудобнее. Наступает время бьюти-магии. Мисс Пенни, вы чудо. Папа, просыпайся, я хочу играть. Папочка, лови. Молли, осторожно. Ну это так весело. Хе, ты права. А сейчас добудем себе завтрак. О, это не так просто. Скоро вернусь, милая. А вот и наша еда. Сегодня у нас королевский завтрак. Папа, ты гений! Мама, когда мы будем есть? Тайлер, у меня есть план. Смотри и учись. Извините, но мы такие голодные.
С друзьями нужно делиться. Мама, ты нас спасла. Нам пора подкрепиться, Тайлер. Угощайся. Вкуснее не бывает. А сейчас семейный кинотеатр. Огненная идея. А с вкусняшками сериал будет еще интереснее. Пенни, давай! Ты лучшая! Спасибо, я стараюсь для вас. Есть кто-нибудь дома? Приходите на концерт. Но это же наша Пенни. Тайлер, только посмотри на это. Что ты задумала, сестренка? Мы должны это увидеть. Выглядит очень аппетитно. Тебе нравится, Молли? Не пропустите! У Пенни грандиозный концерт! Малышка, это же твоя сестра! Папа, мы должны там быть! Пенни, ты звезда! На сегодня выступления закончены. Не могу поверить, я популярна. Но я так устала. А вот и наша звезда. Посмотрим, что у нее есть. Эмбер, что ты здесь делаешь? Вы? Я вас не приглашала. Мы больше не семья. Ты неудачница, Пенни. У тебя ничего не выйдет. Стоп, а где она? Мы ее упустили. Прощайте, мы больше никогда не увидимся. И теперь они меня не узнают. Мэм, я вам помогу. О, малыш, вместе мы справимся.